Потом эта свеча горит и выглядит как извержение вулкана. Берем обычные свечи. Сначала не забудь нажать на эту кнопочку. Форму буду делать сама из пластика. Сворачиваем в конус. Но не забываем про дырочку для фитилька. Свечки в баню. Как-то так. Достаем фитилечки. Просто добавила краситель. Что за какаха? Нифига, короче, он не покрасил, но мы не отчаиваемся. А делаем так. Даже не протекает. Ну все, ждем, пока конус застынет, и дальше делаем. Ну что, продолжаем делать наш вулкан. Распечатываем. В видео все это поливали черным парафином, но я хочу сделать не ровный, а такой гористый рельеф. У меня есть вот такой старый кусок, сейчас его будем плавить и красить. Черного красителя у меня нет, поэтому буду пробовать красить активированным углем. Чисто веном сделала. Набираем, короче, застывших комочков и вот так намазываем. Офигеть, он как настоящая гора. Давай быстрее. Еще пока не потекло, но уже так красиво. Блин, как у меня брелку на крючок очень плохо, надо новый делать. Сердечко я уже сделала, сейчас надо сделать таких два из картона. Ну, как-то так. Не забудь сделать вот эту дырку, чтобы наматывать нитку. Я думаю, что буду делать розовое. И наматываем. Не так уж это и просто. Режем. Теперь продеваем нитку между картонками, чтобы завязать пучок. Ну и вытаскиваем картонки. Я уже немного подстригла, теперь расчесываю. Пожалуй, еще добавлю немного бусинок. Офигеть, это такая прелесть. Просто посмотри на эту милоту. Не забудь поставить лайк и скинуть друзьям. Я тоже хочу индьян. Много свечей есть. Формы у меня такой нет, но я примерно знаю, как ее сделать. Нам нужна какая-нибудь упаковка. Вот такую полоску надо свернуть пополам и скрепить вот здесь вот скотчем. И из этих лепесточков формируем знак. Ну, как-то так. Растапливаем свечки. Окрашиваем. Заливаем. И второй цвет. О, как красиво. Короче, сейчас нужно ждать, пока она засохнет, и будем делать дальше. Ну что, наш иньян застыл. Осталось достать эти трубочки, залить туда остатки и фитильки вставить. Вот так просто эти трубочки не достаются. Поэтому я не нашла ничего лучше, как залить туда горячей воды. Выливаем. Ое! Вставляем фитилечки. Выливаем аккуратненько. Ждем, пока застынет, и будем доставать. Распаковываем. Вопрос, что у меня с глазомером? Готово. Как красиво. Не забудь отправить друзьям эту прелесть. Че, из обычного скотча можно сделать вот такой вот кубик льда и даже подарить в нем подарок. Я уже по всей квартире собрала скотч. Походу, кубик у меня получится большой, так что нажимай на эту кнопочку и погнали. Самая сложная часть работы — это найти начало. Yeah. Отрезаем одну длинную полоску, поперек наклеиваем еще одну и начинаем оборачивать вокруг этой полоски, формируя квадрат. 4 квадратика готовы. Сворачиваем их пополам и склеиваем. И уже получается вот такая красота. Вот такие две штучки наверх и низ. Кладем подарок. И украшение. Чем меньше слоев, тем прозрачнее кубик. Вот такая вот милашка у нее получилась. Если в песок втиснуть руку, потом достать и залить туда воск, то получится рука в виде свечи. Я уже купила песок в строительном магазине и пару свечек. Просеиваем песок через сито. Теперь наливаем потихонечку водичку. Короче, так как у меня ног, я попрошу руку Жени. Песок готов, делаем секретный жест и вдавливаем руку. Свечки ломаем и ставим на водяную баню. Красить я решила в зеленый вот такими вот мелками для волос. Заливанькиваем. Ну и как-нибудь вставляем фитиль. Ну что, наша свеча рука застыла, сейчас будем вытаскивать. Начинаем подрывать. Она чистая. Подрезаю снизу, чтоб стояла. Удаляем остатки песка. Я не верю. Пипец. Просто какая-то фига-халка. Идем поджигать. Вашему вниманию горящая фига. Ой, я как раз уже давно хотела сделать что-нибудь с этой однотонной футболкой. Так что сейчас будем делать принт, но не забудь нажать на эту кнопочку. Берем какой-нибудь листочек и переводим на него рисунок. Готово. Возьму флуоресцентное мулине, чтобы узор светился в темноте. Закрепляем пяльцы и пришпандориваем рисунок. Вышиванькаем по контуру. Вышивка готова. С обратной стороны даже видно рисунок. Мочим бумагу. Оно получилось. Вот так выглядит при свете. А вот так в темноте. Если хочешь получить эту футболку, подписывайся на мой телеграм. Вот такое прозрачное мыло можно сделать из того, что дома есть. Для начала нужно будет взять какое-нибудь прозрачное жидкое мыло или гель для душа, но у меня есть только вот шампунь. 100 мл. И ставим на водяную ваню. А дальше просто нужен желатин. Отставляем набухиваться и делаем форму. Горячему шампуню кидаем желатин. И листик. Все, заливаем форму. Я немножко налила и поставила украшение. Сейчас чуть-чуть застынет, и я долью остатками. Ну что, наше мыло из двух ингредиентов готово. Сейчас будем доставать. Ну что, идем мылить? Ну такое мягкое, мылит офигенно. Приятное. Горячая вода, блин, дорогая. А что, если сделать из газона картину? Семки куплены. Находим деревяху.
Делаем набросок нашей картиночки. Из обычного картона сделала такие глаза и рот. Приклеиваем их. Оп. Какая прелесть. Ну и начинаем высаживать масочку тоненьким слоем. Ну что? Готово. Осталось дождаться, пока серый пришелец станет зеленым. Кстати, за процессом роста газона можешь наблюдать у меня в телеге.